вижу. Братья по огню. А? Звучит? Это где-то в степи полыхает пожар. Зеленоглазое такси. Отвези меня туда. Да, семь, блядь, медведей завалили. Богу, мы живем на втором этаже. И ее оттяпает. Женя, я здесь наездил столько, что ты у себя на кухне так часто не был, блин. Нам на ИС. Я говорю, какой ИС? ИС это Баффало, блядь. Правильно, он же тебе показывает там, где траком можно, а там, где автобусом, он же не понимает, что ты на автобусе. Быстро, валим отсюда. О, блядь! И знаю горе, горе, горе. Краю магнолий блещет море. Сидят мальчишки на заборе, и на меня наводят грусть. Танцуют пары, 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 мать знакомый, даже старый. И сладкий голос басни тарит, может память мою. Карту, блядь, и пальцем еду по карте. Веришь? Вот я открываю карту, пальцем еду по карте,
Если я вдруг что-то не знаю, я сел себе, выписал, и все, и мне нахуй эти GPS-ы, хуесы, это пиздец, понимаешь? Быстро на 295-ю пустая, и как хуйнули, блядь, и все. Ну что, вздрогнем? Огрёбка понеслась! А как ёбаный? СССР! Ровной дороги нам, Петрович. Я вижу огни, вижу пламя.
пламя костров. Это значит, что здесь срываются звери. Я знал все за ним. Столько лет, столько сил. Я нашел его здесь, в этой степи. Слышу вой под собой, вижу слезы в глазах. Это значит, что зверь почувствовал страх. Я смотрю в темноту. Я...